Седьмой год мы проводим турнир Performance Cup. В этот раз ждем еще больше смежных видов спорта, эстетическую гимнастику, спортивный рок-н-ролл, спортивную гимнастику. В общем-то, то, как это было задумано изначально. Мы хотели, чтобы это был праздник красоты, спорта, творчества, который объединил бы эти смежные виды спорта, зрелищные и красивые, в одно единое большое шоу. Все получилось.